Труженики сельскохозяйственной отрасли Славянского района этим летом потрудились на славу и собрали хороший урожай. Недавно состоялось чествование работников агрофирмы «Славянская». Какого результата добились сотрудники крупнейшего производителя риса в нашем районе, смотрите в репортаже моих коллег. Поздравить тружеников агрофирмы и порадовать их своим творчеством приехал вокальный коллектив «Ветеран» городского дома культуры. Организовали концертную программу специалисты управления культуры. В зале сельского клуба поселка Рисового собрались те, кто в течение года, несмотря на холод и жару, трудился на благо своего предприятия. Жатчики, водители, агрономы, механизаторы, комбайнеры, поливальщики и многие другие. Я хотел бы еще раз вас поздравить, пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия в семьях и всего-всего самого хорошего. Агрофирма «Славянская» в этом году добилась хороших результатов. Общий валовый сбор зерновых, колосовых и зернобобовых составил более 60 тысяч тонн. Из них свыше 50 тысяч тонн белого золота. Как отметил глава рисового сельского поселения, принимавший участие в празднике, показатели производства в агрофирме «Славянская» год от года только радуют. Я хочу вам пожелать, наверное, самое главное – здоровья, благополучия вам, вашим семьям, детям. Есть показатели – это хорошо. Показатели есть, есть коллектив. Олег Крамаренко – потомственный механизатор. Его родители большую часть жизни посвятили работе в поле. Считает работу механизатором своим призванием. Люблю свою работу, конечно же. Иду всегда на работу с радостью. Ну, пытаюсь сделать какой-то результат полезный для своего края, для своей родины. На этом предприятии работает дружный, сплоченный коллектив. Все они упорно трудились, чтобы добиться таких высоких результатов. Передовики уборки урожая были торжественно награждены благодарственными письмами и подарками. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».